Житель садоводческого товарищества «Дубрава» Владимир Левин в строительство своего дома вложил силы и душу. Когда все работы по строительству были окончены, дома не хватало лишь одного – газа. О проведении голубого топлива вместе с Владимиром мечтал весь поселок. В прошлом году мечта осуществилась. Помог глава региона Сергей Морозов. Люди приходят, вот мы когда, они говорят, как здорово, что газ. У них вот нет газа, они в деревне живут, вот, у них газ нет, а вот у меня уже газ. Это изумительно здорово. Обещанного газа жители ждали почти год. За это время многие уже успели отстроиться и благоустроить свои дома. Строительство газопровода стало возможным благодаря включению СНТ в региональную программу «Газпром газораспределение». Жители СНТ «Дубрава» обратились в первую очередь ко мне. Многие обратились с просьбой о возможности газификации. Вот. И я, конечно, не обещал, что это будет сделано. Ну, тем не менее, видите, как на сегодняшний день мы с вами видим, что в СНТ «Дубрава» газ. На газификацию «Дубравы» из областного бюджета были выделены субсидии в размере 317 тысяч рублей. Таким образом, товарищество положило начало газификации остальных садоводческих объединений. Был построен газопровод высокого давления протяженностью 600 метров, диаметром 108 миллиметров в подземном исполнении. И установлен вот шкафной редуцирующий пункт, который понижает высокое давление до бытового, которое идет уже непосредственно на потребителя. В очередь на газификацию уже выстроились остальные садоводческие товарищества и дачные поселки. Аналогичные работы ведутся в СНТ «Залив», в село Карлинское. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.